Проект «Читай быстро» представляет главные из книги Роберта Чалдини «Психология влияния. 10 основных фактов». Лайк, подписка, колокольчик. Поехали разбираться. Факт номер один. Автоматическое решение против реакций. Каждый человек мыслит классическими стереотипами, отвечая схожими реакциями в определенных ситуациях. Автоматическое мышление побеждает осознанные реакции, чем и пользуются манипуляторы. Правила взаимного обмена. Правило «услуга за услугу» является основным для большинства людей. Данный принцип настолько развит в человеке, что он может угождать даже тем личностям, которые ему совершенно не нравятся. Последовательность превыше всего. Человек всегда хочет казаться последовательным, из-за чего изображает контроль над ситуацией. Приняв решение, мы пытаемся сделать все возможное, чтобы оно казалось осознанным и правильным. Принцип социального доказательства. Мы не любим нести индивидуальную ответственность за решение, поэтому конструкция «я сделаю так же, как все, и не буду отвечать за последствия самостоятельно» достаточно часто используется в качестве социального доказательства. Пятый факт. Вызывайте симпатию. Люди, производящие положительное впечатление, располагающие к себе, гораздо проще убеждают даже незнакомцев действовать так, как им нужно. Шестой факт. Достижение авторитета. Продолжение симпатии – авторитетность. Авторитетная личность вызывает неосознанное желание подчиняться. Нам кажется, что такие люди знают гораздо больше, а их поступки выглядят уверенными и правильными. Дефицит всегда востребован. Если представить какой-либо предмет эксклюзивным, недоступным для большого круга людей, то он становится желанным. Восьмой факт. Единство с толпой. Принадлежность человека к группе делает его более открытым для манипуляций и влияния. Разговор в виде диалога не настолько авторитетен, чем, например, конференция. Данным принципом постоянно пользуются политики. Борьба с манипуляциями. Каждое орудие управления можно заметить и предотвратить манипуляцию над собой. Например, если речь идет о принципе последовательности, то нужно всегда прислушиваться к собственным ощущениям, оценивать пройденный путь. Заключительный факт – оценка собственных решений. Задумайтесь, какие стереотипные решения вы чаще всего принимаете. Оцените поведение окружения, возможно, кто-то манипулирует вами. Проводите анализ и переоценку ситуации, если это необходимо. Все это и даже чуть больше в текстовом обзоре книги по ссылке в описании сразу под роликом. Не проходим мимо, подписываемся на колокольчик, слушаемся маму и читаем книгу Роберта Чалдини «Психология влияния» вместе с «Читай быстро».